How cooking to... Капчики обмыть. To nuggets fast. I am today by... Как будут продукты? Бешеные сосиски. I am today by nuggets, chicken, in Russia market. Russia market. А что food? Food. Ну вот, food, да. Food. Meat или meas. Nuggets, chicken. Now to cooking chicken. Как там? Let's go watch. Можешь приступать. Ты меня снимать не будешь, да? Не, я тебя снимать не буду. Ну, это хорошо. Я пока сделаю обзор. Как будет этот пряники? Ну так вот их не изучали, я знаю. Пирог. Саке. Короче, пойдет. Рис круглозерный, шлифованный. На коробочке, на пачке не написано по-английски? Нет. Milk with sugar. Рогачев. Галина Бланка. Chicken soup. Eight. Забыл, как квадрат, короче. Ну ладно, понятно, да? Ну сколько, слышишь, обнаруживается, сколько не знаешь слов, да? Вот-вот, когда начинаешь говорить to English. То вообще, да? Then, now speak to English. Many. Work, many words, no understand, no knaf получается, no. Go to, как будет масло? Забыла. Масло. Butter. Now go to butter. Подсолнечное как будет? Тоже не знаю. Понятно. Да, мы с тобой. А класть как? Класть? Да. Помнишь, мы с тобой что-то говорили? Ну, было что-то. It is nuggets. Chicken. Take. Что-то там. Слово take исходное. Вот если бы каждый день был... Практиковать? Да. Есть такие, так, Oxford курсы. Нам учебник вчера сказал. Онлайн. You... Girl... Вытащила как? Break. В общем, break. Everybody. Не, все. Как все будет? Something. Нет. Everything nuggets to... Сковорода. Как сковорода будет? Я даже не знаю, как кастрюля будет. Что такое? Что с тебя за англичанин-то? This is... А, коробка как будет? Бокс. This is books. Take. Хоть что-то знаю. А мусор как будет? Копс? Копс. Мусор. Это же копы, да? Ну, в общем, понятно. Да. Вот так. Теперь...
Надо мешать. Надо перевернуть. Да. Ну, они еще не успели, ну, немножко дожарились. Чуть-чуть. Ну, картинки такие красивые были, а как-то какие-то бледненькие, да? Потому что они еще не поджаренные. Рис там с тобой не поставили? Ага. Рис. How to cooking рис. Understand? А, knau? Или не knau? Или это if? Так, что нужно сделать? Водички налить, холодно. Нужно налить сюда водички. Open to box this rice. Как она ужасно открывается. Так, его надо будет в горячую воду положить. Да? Наверное. Блин. Давай почитаем. In... Как емкость будет? Понятно. In water. Сюда. Да, в кипящую воду. На 20. 20 минут. 20 минут. Вот это как вам. У меня же есть переводчик Translate. Давай. Сейчас. I now translate рис. Файгуры. Что-то не фигура. This is файгуры. Reading how to фигуры. А, вот рис! А вот откуда фигура-то пошла? Слушай, райс. Райс? Here. Here. Her. Райс. Что такое? This is rice. Here, ее? Слушай. Her it is rice. А кастрюля как? И сковорода. Ты много воды налил. Отпусти половинку. Ну, you drink many water. Stop! Stop! I want show how to поджигаешь газ. Nuggets cooking. Не будем выражаться, холодную еду. Надо практиковать English language. Надо. Это как, знаешь, семейные, ну как, знаешь, это молодые люди, да? Ну. Которые встречаются, потом начинают жить. Ну. И через год разводятся. Почему разводится? Потому что разбилось обыто мелочи. Кто-то делает это не так, кто-то делает так не так. Так же и здесь. Язык познается при общении. Постоянно узнает что-то новое. Пугается больше интересно, да? Yes, of course. Speak to English language. Very, very interesting. Me and her today. Mm-hmm. Yes? Yes, yes. Understand? Okay. Я тебя поняла. Us. Короче, к нам. Us today come. Приезжал. Владелец как будет. Собственник. Хозяин. Russian English translate. This is good. Босс. Приезжал к вам. Босс. Сейчас.
Не, напишем владелец. Reading to... Владелец сейчас выйдет босс. Хозяин, наверное. Не знаю как. Хозяин квартиры. Owner.